Так, всем привет, друзья! Сегодня мы находимся на одном чердачке, так называемый чердачок Фруктис. Сейчас будем здесь искать с металлоискателем. Ну, что найдем, покажу. Вот, это дом 1954 года постройки. Вот, вот так вот выглядит весь чердак. Вот такой вот чердачок. Что найду, сейчас все буду показывать. Ну, а чем будем искать? Будем искать таким Garrett Ice 400. Такой вот металлоискатель. Вот, так что прикрепляю на голову себе эту камеру и начинаем искать. Так вот, а кстати, самое главное, что это видео будет без монтажа. То есть никакого видеомонтажа не будет. То есть все как есть, так и будет. То есть никаких там ничего там удалять не буду лишнего. Все как есть, все и покажу. Вот. Ну что, погнали. Одеваю вот этот вот респиратор. Правда, дышать в нем не очень, тут очень жарко. Вот. А не из-за того, что вирусы, а из-за того, что. Ну, чтобы пылью не дышать. Вот. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Вот. Ставьте колокольчик. Вот такой вот колокольчик ставьте. И мы начинаем наши поиски. Одеваю на голову камеру и погнали. Вот так он, да, наверное, будет видно. Берем наш Garrett. Garrett. Ну, сначала тут, конечно, хочу обратить внимание, что всякая тут литература лежит. Вот, в паутине. Чисто вид. Украинская литература какая-то. Оповедания, короткие сюжеты, этюды, Киев. Виробництво 82-го года. Вот, 82-го года. Здесь вот, что я нашел. Короче, калий бромистый, союз реактив, трест, какой-то типа сахарок, вот, похож на сахар. Но это нам не надо, мы ищем что-нибудь ценное. Вот, также здесь какие-то ложки интересные, кстати. О, какая пылюка здесь. Также здесь я нашел суриковую краску. Вот, кто знает, для чего нужна суриковая краска, но не только красить, а что из нее можно сделать. Например, смешав с серебрином. Опа, закрылась дверь. Вот, кто знает, что можно сделать с суриковой краской с серебрином, добавив туда еще парочку ложки интересные, кстати. Вот, смотрите, какая надпись здесь. КСВ, кстати. Интереснейшие ложки. А вилочка тоже интересная. Вот. Кто знает, что можно сделать с суриком и серебрином, пишите в комментариях. Вот. А мы начинаем. Чтобы не было лишнего, оп, лишней воды, так сказать. Вот, включаем. Вот, настроили на. Тут, конечно, все будет пиликать. Все пиликает. Я начну оттуда. Издалека. Издалека. Здесь, наверное, темно не будет видно на видео, но тем не менее. Вот. Если что-то будет интересное, я покажу уже на свету, на нормально. Пока железо. Железо. Меня интересуют углы всякие.
Опа! В самые недоступные места. Все так пиликает. Видно, это сделано из глины. Вот. Какой-то потолок. Опа! Что-то он этот, фу, здесь, наверное, везде железо, может, какая проволока, что-то он пиликает и пиликает на железо, вот. Ну, тут, помимо каких-то драгоценностей, тут можно еще много интересного найти, например, вот такую фигню какую-то. Интересно. Вот здесь какая-то бумажечка. Весна. Чкаловская швейная фабрика. Да, здесь, конечно, неудобно бродить. Но это самые такие места, самые сложные места. Сейчас мы их быстренько пройдем. Пойдем уже с таким потолком более высоким. Вот. Все звенит, все. Все, короче, в железе. Опа, тут что-то интересное. Опа, сюда. Хрен доберешься. Не знаю, что это. А, это проволока. Сейчас я посмотрю точно. Интересно. Проволока. Да, какой-то звук интересный здесь. Сейчас мы узнаем, что это. Если доберемся, конечно. Ага, это алюминиевая проволока. Вот она. Тут какая-то дощечка от посылки. О! Вели-вели-вели-вели. Да. Опа!
Мы же знаем, друзья, с вами, что дедушки очень любили на чердак лазить. Что-то на нем прятать постоянно. Оп. Сейчас посмотрим. Смола, что ли? Здесь. Что-то похоже. Какой-то мешок. Не знаю, что-то белое. Но в данном случае нам это белое не надо. Ищем дальше. Гвозди, гвозди. Везде гвозди, короче. Ой. Утку нашли, стеклянная утка, если видно вам, фу, кто-то в нее ходил, в эту утку, жарко здесь, душно. Тут даже, друзья, если что-то и найдешь, то с таким сигналом, фу, достаточно сложно. Вау. Фу. Фу, сейчас немножко отдохну. И опять вперед. Труба зовет. Так, ну что? Да, тут, конечно, так просто не найти, даже если что-то и есть здесь. Почему? Потому что везде сигналы черного металла. Где же наш дедушка прятал это все? Небольшой перекур. Фу. Пока ничего. Может, оно что-то и есть, но фу, везде железо. Фу. Опа. А вот это чистый звук.
Опа, друзья, это монетка. Сейчас на свет. О, на свет выйду. Опа. Опачки. Пятерочка. 5 копеек. 1876 года. Видно? Пятерочка. Вот с таким вот гербом. Да. Вот это уже интересно пошло. СПБ. Санкт-Петербург. Металлоискатель сам себе уже разрывается. Фу. Уже что-то. Сейчас немножко отдохну. И опять начну. Вот, друзья, мой колокольчик. Вот, это значит, что надо ставить колокольчик, подписываться на канал. Вот, и я сейчас немножко отключусь, друзья. Вот, и попробую еще поискать, но уже больше визуально, чем с металлоискателем. Вот, а все, что найду, вам покажу. Так что отключаемся, друзья. До новых встреч в эфире. Вот монетка. Такая вот. Я нашел. И так. Колокольчик, соответственно. Вот такая вот монеточка. И нормальный сохран. Вот, так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Такой вот чердачок. Ну, в принципе, уже одна монетка есть. А там будем смотреть, что еще. Фу. Сейчас немножко надо только отдохнуть. Все, всем пока. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь, друзья.